Врачей, рисковавших своей жизнью ради других, пандемия выявила немало. Санитарка Нижнеказаничинской участковой больницы Сакината Ахмедова – одна из таких. Пик распространения инфекции работала в красной зоне, сама переболела COVID-19, который на фоне сахарного диабета дал осложнение. Медработник перенесла несколько операций, ей ампутировали ногу. Депутат-волонтер Зумруд Бучаева посетила Сакинат, чтобы выразить искренние слова благодарности. Огромное вам спасибо. Огромное вам спасибо от нас, от всех за ваш труд. Это вам благодарность. Та малость, которую мы можем вам сказать. Зумруд Бучаева взяла под личный контроль вопросы оказания помощи Сакинат. В частности, получение страховых и иных выплат, обеспечение инвалидной коляской и последующая реабилитация медработника. Давайте сделаем так. Мы все, что можно, попробуем поэтапно, спокойно. Сейчас все разберемся. Хорошо? Кроме того, в Центре традиционной культуры народов России села Нижнее Казанище прошло мероприятие в честь медицинских работников. Благодарственными письмами и ценными подарками были отмечены медсестры Саният Гашимова и Савдат Баматова, а также дежурный врач-терапевт Патимат Айдемирова. Даже боялись идти на работу, можно сказать. Во время пандемии было очень сложно всем врачам. Мы даже не знали, с чем сталкивались, с чем работали. Год назад это все случилось, так не неожиданно на нас все это свалилось, хотя мы не знали, но мы боролись с этим. Неважно, медик ты столичный или сельский врач, жизнь пациента одинаково важна для каждого. И пандемия это еще раз доказала. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, новости ННТ, Нижнее Казанище.